Всем доброго вечера. Мы находимся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, во Франции. Сейчас с нами беседует певица Зара, всем известная в России и за рубежом, не только своей певческой деятельностью, но и своей деятельностью как один из представителей и посланник ЮНЕСКО. Как правильно звучит ваша должность при ЮНЕСКО? Артист мира ЮНЕСКО или артист во имя мира? Сегодня Международный день инвалидов, в том числе вы даете концерт здесь, в штаб-квартире. И вопрос первый. Кроме вашей певческой карьеры, вы активно работали над социальными мероприятиями с детьми-инвалидами. Как вы думаете, как помочь детям с ограниченными возможностями? Прежде всего, конечно, хочется, чтобы эти замечательные деточки, они действительно замечательные, светлые, добрые, жили полной жизнью. Верили в свои силы. Здесь нужна особая поддержка, конечно, их родителям, которым можно памятник за терпение ставить. Самое главное, мне хочется, чтобы они раскрепостились, чтобы они понимали, что они не просто люди с ограниченными возможностями, они люди с безграничной силой духа и с безграничными возможностями и талантами. Давайте вспомним нашу паралимпийскую сборную. Поэтому мы делаем ряд мероприятий, в том числе концерты, выставки, где дети приходят, демонстрируют свои работы. Им очень важно, чтобы их работы были по достоинству оценены. Они приходят на концерты, среди них очень много поющих, танцующих. Я была поражена, когда видела, как пара, один из них, молодой человек, в коляске, и девушка танцевали, люди плакали, это настоящее искусство. Самое главное им создать платформу, где они могли бы развиваться и демонстрировать свое искусство. И поэтому за этот год, а я ровно год назад стала артистом мира ЮНЕСКО, тогда пост генерального директора возглавляла Ирина Георгиевна Бокова. И это целая эпоха, это выдающаяся женщина. И была проделана огромная работа. Было, я уже говорила, проведено много выставок, концертов, посещено много специализированных центров, детских домов. И везде по возможности мы помогали. Но самое главное, что нужно этим детям, это внимание, это общение, как бы тривиально это ни звучало. И я очень надеюсь, что госпожа Одри Озоли, которая совсем недавно стала генеральным директором, к ней испытывает симпатии сейчас весь мир, и на нее возлагаются такие надежды. Я надеюсь, что мы также тесно будем сотрудничать. И сегодня первый концерт, очень важный. Он проходит между двумя датами. Дата Международный день инвалидности и ровно год, как я стала артистом мира ЮНЕСКО. И вот сегодня мой большой сольный концерт, куда я пригласила своих друзей, Юлю Самойлову. Вы знаете, что по политическим причинам эта девушка не смогла выступить на Евровидении. Даниил Плужников, внимание, это прекрасный пример, потрясающий артист, победитель телевизионного конкурса «Голос». Это незрячий артист из Самары Виталий Ткаченко. И это мои большие друзья, петербургский ансамбль жестового пения слабослышащих детей «Поющие руки». Я думаю, что наше выступление не должно оставить зрителя равнодушными, и мы еще раз хотим показать и вдохновить людей о том, что нет ничего невозможного. И, конечно же, хочется сломать стереотипы и показать, насколько эти люди интересны, талантливы, и сколько эмоций они могут нам подарить. К слову о стереотипах и барьерах. Вы, человек мира, в прямом смысле слова, часто посещаете различные страны, Европу, Азию, наверняка Штаты, Австралия. Вы когда-нибудь ощущали, что есть разница в правах людей с ограниченными возможностями и остальных? Мне сложно сказать, есть ли разница между разными странами. Другое дело, что этот вопрос всегда заслуживает внимания, и над ним всегда нужно работать. И я считаю, что восприятие людей с ограниченными возможностями и любые национальные, конфессионные, религиозные вопросы и предрассудки должны, как бы правильно сказать, впитываться с молоком
матери. То есть мы должны детей воспитывать свободными от всех нужных и ненужных предрассудков. Хочется, чтобы, конечно же, вот я сама мама, у меня двое детей, я хочу, чтобы мои дети жили в мире. Я хочу, чтобы они не судили людей по их национальной принадлежности, религиозной и так далее. Я не хочу, чтобы они разделяли людей на тех, кто живет, которым в жизни больше повезло и кому в жизни повезло чуть меньше. Есть люди, есть судьбы, есть мечты и есть надежды. И мне кажется, их нельзя ломать. Нужно верить в свои силы и поддерживать тех, кто в этом нуждается. Впереди еще долгий путь у вас, в том числе на таком благородном поприще. И вот вопрос, наверное, уже финальный. Каковы ваши планы на будущее? Какие перспективы вы перед собой лично видите? Я очень горда, что в этом году музей Коломенское, это open air в Москве, в самом центре Москвы, мы провели первый этнический, международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец». Это было потрясающее действие, в котором приняли многие страны. Это и Горан Брегович, Нино Катаманзе, Сивара, Пелагея и многие-многие артисты, Ясмин Леви, Рустави. И вы понимаете, в принципе, все они были представителями разных культур, и они пели именно этническую, народную музыку. Мы собрали более 10 тысяч зрителей. Людям нужна эта музыка, люди хотят слышать народную музыку, потому что я считаю, что народная музыка должна быть также под охраной ЮНЕСКО. Я не знаю, доживу ли я до тех времен, когда мы создадим этнический день музыки, потому что есть джазовый день, да, музыки, а я хочу, чтобы еще был день этнической музыки, потому что мы все родом из этнической музыки, и любой другой музыкальный жанр исходит именно от народной музыки, ее нужно защищать. И я была поражена, что люди пришли, несмотря на то, что было прохладно, все-таки Москва, 9 сентября, пришли с семьями, и они остались до самого конца, и сколько мы получили положительных отзывов. И сейчас уже приходят заявки на этот фестиваль об участии со всего мира. И я думаю, что в будущем году мы также его грандиозно проведем. Также я не буду оставлять свою деятельность, мы также будем помогать людям с ограниченными возможностями. Вы понимаете, у меня язык не поворачивается их так называть. Это люди, которые нуждаются просто в особом внимании. Значит, мы это внимание будем уделять, как эмоциональное, так и финансовое. Будем поддерживать, как можем. Спасибо большое. Уверен, что у вас все получится. Благодарю. Я надеюсь, с вашей помощью и с Божьей помощью. Спасибо. Спасибо.